съем коктейльчик, а потом пойдем в супермаркет. Вкусно. Вкусно, чуть не разлил. Идем в супермаркет, а я тут залез на такую пальму, как и на нас. Идем по дороге в супермаркет. Топ-топ-топ-топ. Залез на дерево с цветочками такими. Дерево. Залез такой. Ой, а что это за растения такие интересные? Подлогаю сейчас. Ой, какие пушистые. Такие хвостики чьи-то, по-моему. Такие хвостики котиков. Да, точно, хвостики котиков. Пушистые. Это такой пол. Как лава-лампа. Какие слоники! Хочу себе такого длюка! Хочу длюка! Ой, падает мой длюк! Упал мой длюк! Ой, хочу такого длюка! Точно хочешь себе такого братика? Да, хочу! Ну, тогда забираем! Ура! Мой длюк! О, какие рыбы! Классные. Это в супермаркете. В кафе такие рыбы. Да, красивые рыбки. Свастина. Чудесная такая надпись. Название магазина. Вот, уже плюшли. И сейчас я Басику покажу, что мы купили. Вот мы такого нам длюка взяли, смотри. Да, это наш такой малыш. Пишите в комментариях, хотите ли с ним видео. Еще мы купили мне вот такие джинсики и блузочку. А также Басе купили вот такой маленький рюкзачок. Да, мне очень понравились наши покупочки. Особенно длюк наш новый. Такой хороший длюк. Ложись, длюк, с нами спать. Куда мне ложиться? Вот сюда вот ложись. Втроем будете спать. Ой, как хорошо у вас. Мне у вас очень понравилось. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь, и вы увидите еще много интересных видео. Пока-пока!